Все внимание лучшим образом звезд на церемонии вручения телевизионной премии Эмми. Любуемся и вдохновляемся с прицелом на грядущие новогодние вечеринки. Софи Тернер в украшениях Луи Виттон. Санса Старк, принцесса воин, появилась на красной дорожке Эмми 2019 в платье-бюстье Луи Виттон из бледно-розового сатина. А вот выбранный ею чокер, тоже от Луи Виттон, выглядит женственно и роскошно, словно часть кольчуги. Для создания украшения потребовалось 1175 часов ручной работы и несколько сотен бриллиантов огранки багет. Чокер принадлежит новой ювелирной коллекции из белого золота, вдохновляющей. По словам дизайнеров Louis Vuitton, образами средневековых воительниц. Наоми Уоттс в украшениях Гарри Уинстон. Шик 20-х заявила себе на Эмми 2019 благодаря Наоми Уоттс. Цитатой тех годов в ее образе стал платиново-бриллиантовый гарнитур Гарри Уинстон в стиле ар-деко. Пусеты, коктейльное кольцо и ожерелье сатуар, перекинутое на спину. Эмилия Кларк в украшении Дэвид Вебб. Пожалуй, самое смелое декольте вечера было у матери драконов. Эмили Кларк. Ее темно-синий наряд Валентина своим V-образом разным верхом многим напомнил знаменитое голое платье Versace Дженнифер Лопес на церемонии Грэмми в 2000 году. Компанию эффектному одеянию составили крупные серьги и кольцо Дэвид Вебб в этно-стиле. Кэтрин Зета-Джонс в украшениях Лоррейн Шварц. В серьгах-гирляндах, выбранных знойной красавицей Кэтрин Зета-Джонс, первую скрипку играют не бриллианты, а бирманские рубины огранки кабошон. Их сочный цвет выгодно оттеняет ее наряд розовое платье Джорджес Хабейка с накидкой, шлейфом и высоким разрезом. Зендая в украшениях Cartier. Таблоиды, не сговариваясь, назвали Зендаю русалочкой за эффектное изумрудное зеленое платье бюстье Вера Вонг, за лодочки Брайан Этвуд в цвет наряду, за укладку в стиле пляжные волны. А поскольку на дне морском нет недостатка в сокровищах, Зендая выбрала ювелирную классику – серьги, гирлянды и широкий браслет Cartier. Джоди Комер в украшении Тиффани. А вы узнаете злодейку Виланель из сериала «Убивая Еву» в этом безупречной леди в белом. Платье халтер с длинным рукавом создано домом Том Форд, а украшения серьги-пусеты цветочного дизайна и коктейльное кольцо с бриллиантами принадлежат бренду Тиффани.